удешевить этот процесс. А каким образом можно удешевить? То есть, вот смотрите, в магазинах продаются вот такие вот специальные пакеты для вакуумных упаковщиков. Но они не для домашней вакуумной упаковки, а для промышленной вакуумной упаковки. Они отличаются чем? Они отличаются тем, что здесь нету вот этой вот текстурированной стороны, которая помогает со всей длины пакета оттягивать воздух. И вот здесь вот я стал просматривать ролики на YouTube, каким образом все же можно удешевить этот процесс. И насмотревшись, там что только не предлагают люди. Какие-то пластины они вделывают. Потом берут вот такие вот полотенца. Вот такие вот полотенца. Вот такие вот полотенца из рулона, из нетканого материала. Вырезают полосочки. Вырезают полосочки. И подкладывают их вот сюда для того, чтобы как бы, ну, это же нетканый материал, он воздух пропускает, и когда камера зажимается, тут весь принцип-то в чем заключается? То, что когда вы закладываете сюда, зажимается, сам пакет вот так вот сплющивается, и вы не можете выкачать оттуда воздух, потому что здесь уже он спрессовался. И процесс не выкачивается. То есть, давайте попробуем с вами вот упаковать вот этот кусочек сыра. Вот я его закладываю в этот мешок, да? Вставляю клипсу, ровненько разравниваю, зажимаю, включаю. Воздух не выкачивается. И процесс запайки у нас уже пошел, но мы это уберем. А люди предлагают взять, например, вот кусочек этого нетканого материала, вырезать его, сделать прослоечку для того, чтобы воздух мог выходить. И как бы эта вещь работает. Да, это реально работает, но не вот на таком дешевом вакуумном упаковщике. Почему? Потому что, наверное, вот эта вот полосочка, которая производит запайку, она до конца не пропаивает. То есть вот этот нетканный материал, температура недостаточно сильная. И поэтому запаять его не получается. Я думал, решал, как можно все-таки решить эту проблему. И пришел к выводу о том, что мы можем это сделать достаточно просто. Я вот вырезаю вот не по всей длине, сколько мне нужно там сыра положить этого, да, а вот такую вот небольшую закладочку. Вот я вырезаю небольшую такую закладочку. Причем ее можно использовать потом будет повторно. Собственно говоря, как я еще раз повторюсь, вот такие вот вакуумные мешки, которые вы уже использовали, из них потом тоже можно будет нарезать кучу таких закладок. То есть смотрите, как мы удешевляем этот процесс. Теперь я вкладываю эту закладочку сюда. И тем самым я делаю то, что вот по этим каналам будет выходить воздух. Выкачиваться из этого мешка. Давайте продемонстрируем это в работе вам. Опускаем. Зажимаем. Включаем. Пожалуйста. Процесс запайки пошел.
Ну, потому что у нас здесь два полиэтиленовых мешка. Сам термоэлемент, я повторюсь, нагревает не шибко хорошо. Я всегда делаю еще повторную запайку. То есть, допустим, я вот так вот еще раз чуть подальше или поближе. И уже нажимать на кнопку не обязательно, просто до щелчка нужно придавить. Вот кнопка красная стала, запайка пошла. Все. Вот получился завакуумированный кусок сыра, да? То есть, смотрите, себестоимость этих мешков порядка, если посчитать, ну где-то 5-6 рублей, то себестоимость вот этого мешка значительно ниже. То есть здесь вот 100 мешков я покупал за, ну, почти 200 рублей, 190 с чем-то. То есть рубль 90. И причем вот эти мешки в магазинах свободно не продаются. Их нужно выписывать по интернету. Ну, во всяком случае, в Кемерово не продаются. Их нужно выписывать по интернету. А если покупать их в каких-то наших техномаркетах, там типа Эльдорадо, там они будут стоить вообще около 1000 рублей. Это себестоимость мешка, да, который можно опять же использовать повторно, гораздо меньше. То есть в упак-центре, допустим, он стоит, я говорю, рубль 90. В зависимости от толщины, от размера мешка, они могут быть чуть дешевле, чуть дороже, но значительно дешевле обходятся, нежели эти мешки. Но это еще не все. То есть сейчас я вам расскажу еще, как можно использовать этот вакууматор, сделав некоторые усовершенствования.